Качество дороги, отсутствие тротуаров, отсутствие там на нормальном освещении, то есть как ходят дети, это вообще просто ужас. Они приходят у нас в грязи, то есть там и школа. Бахилок прям ходят люди, это чтобы вот хоть улица, как-то вот пробраться. Это вот Вишинская, Нижняя улица, да. Житель Тужиловки Альберт Валеев рад приезду экспедиции Общероссийского народного фронта, которая приехала в Уфу оценить качество дорог. В микрорайоне их нет совсем. Многократные жалобы в администрацию не приносят успеха. Здесь постоянно застревают машины, а люди ходят в буквальном смысле по колено в грязи. Однако у экспертов уже продуман маршрут по дорогам Уфы, и Тужиловка является лишь отправной точкой, но никак не входит в планы проверки. В поле зрения нашей инспекции попадают прежде всего дороги, которые были отремонтированы недавно, то есть там от 2 до 5 лет, на которые сохраняется гарантия. И наша одна из главных задач – оценить, в каком они состоянии находятся и как заказчик работает с подрядчиком. Ну, например, в том плане, что если дорога через некоторое время разваливается или на ней какие-то образуются недостатки, то подрядчик должен устранять их за свой счет, пока дорога гарантийная. И ни капли денег из бюджета не должно быть на эти цели потрачено. Видимо, не входит в планы дорожных работ Тужиловка и у администрации Уфы. Заместитель начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства муниципалитета Сергей Плотников вместо комментария по этому поводу поспешил скрыться от нашей съемочной группы. Тужиловка не единственное проблемное место в городе. По словам участников экспедиции, Уфа поразила ужасным состоянием дорог. Однако дорожная инспекция уверена, что проверка качества дорог даже перед зимой принесет свои результаты. Но мы же сейчас будем не по снегу проверять их. Но сейчас же не будет возможности отремонтировать их. Да, и мы за то, чтобы их отремонтировали хотя бы в следующем году. Потому что мы противники того, чтобы асфальт закатывали в снег. Уверена дорожная инспекция и в том, что после их проверки у 2-й уфимской поликлиники по улице Российской появится свой пандус, пусть и в следующем году. Если остановилась машина с инвалидной коляской, то ему было бы проблематично зайти в эту дверь, потому что здесь банально нет понижения бордюрного камня. Понижение бордюрного камня должно быть не больше 1,5 сантиметра. После рейда в каждом городе экспедиторы составляют выявленные нарушения и отправляют их в администрацию. Далее участники дорожной инспекции ждут от муниципалитета ремонта дорог и устранения выявленных нарушений. Ну, неисполненные вопросы репутационные, вопросы контролирующим органам, потому что на каждый дефект дорожный вообще есть определенный срок его устранения. На ту же яму 10 дней для устранения дается. На люк вообще 1 день, там на рельсы тоже несколько дней. Все это прописано в нормативах. Вот мы... На этом ваша деятельность заканчивается, да? На чем? На том, что вы передаете его в контролирующий орган. Ну, дороги отремонтируют, на этом наша деятельность точно закончится. Принесет ли проверка дорожной инспекции какие-либо результаты Уфе, будет видно в следующем году. Анастасия Жилкина, Дмитрий Янченко, специально для Уфа1.ру.